В Сирию прибыли международные эксперты, которым предстоит контролировать процесс по уничтожению химического оружия. В группу входят 33 человека, среди них есть и российские специалисты. За 30 дней эксперты изучат все потенциальные места хранения химических арсеналов. Информацию о них должно предоставить правительство Сирии. Официально Дамаск обещает контролерам любую помощь. Правительство Сирии готово к сотрудничеству. Это показывает наше желание присоединиться к программе по нераспространению химического оружия. Таким образом, все это доказывает, что правительство Сирии никогда не использовало и никогда бы не применило подобное оружие против собственных граждан. План по уничтожению химического оружия в Сирии утвержден в минувшую пятницу. Разрабатывался он по инициативе российской стороны.